Добро пожаловать на курс лекций по гравитации, где мы будем изучать различные аспекты гравитационного поля. Каждый из нас на опыте знает, что такое гравитация. Если отпустить мячик, он упадет. Но гравитация — это нечто большее. Например, гравитация — это сила, определяющая эволюцию Вселенной. Джордж, который является большим экспертом в космологии ранней Вселенной, может объяснить нам, какую роль играет гравитация во Вселенной. Выясняется, что хотя гравитация является самой слабой силой из известных, она играет доминирующую роль в истории Вселенной. Она формирует Вселенную от пространства и времени, и процессы в ранней Вселенной при высоких энергиях. Но, кстати, она преподносит и сюрприз. Например, если бросить мяч, то мы знаем, он летит сперва быстро, потом замедляется, но со Вселенной наоборот. Выглядит так, будто мяч улетает от нас, набирая скорость. Но в большинстве случаев гравитация следует простым базовым правилам. Так, гравитация — это фундаментальная сила, и она очень важна для понимания Вселенной. Но кроме того, для некоторых мест Вселенной гравитация имеет особенную роль. Я имею в виду черные дыры, например. До сих пор остается невыясненным, что происходит вблизи черной дыры. Но я думаю, что мы живем в период, когда мы достаточно обеспечены точными инструментами, способными измерить эти процессы. Например, то, что показывают в голливудских фильмах «Путешествие за горизонт черной дыры». Также гравитационные волны, когда гравитация преобразуется в волну, так же, как электромагнетизм преобразуется в световые волны. Так что, я думаю, мы живем во время, когда мы запускаем большие эксперименты, которые играют роль в нашем понимании физики, будущие эксперименты в космологии и физике гравитационных волн. Да, мы счастливы жить во время, когда наука имеет значительный прогресс и предоставляет нам новые инструменты и возможности. Присоединяйтесь к нам в изучении гравитации, фундаментальных вещей и хорошо известных, а также тех, которые наука надеется изучить в будущем.